Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня мы вместе с вами будем листать каталог номер 15 компании Oriflame, и я вам покажу мои топ-10 продуктов, о которых я буду говорить с близкими и с моими клиентами. Это те продукты, которые меня вдохновляют, они идут по интересным скидкам или участвуют в акциях. Итак, поехали. Первая страничка, я думаю, что вы не удивитесь, я решила отдать вот этому чудесному аромату Divine Exclusive. Он меня просто покорил, этот аромат. Многие спрашивают, похож ли этот аромат с предыдущим Divine Sensuale. Нет, не похож, и совсем другая упаковка, и совсем другой состав, хотя аромат из таких же красных. Он страстный, сексуальный, он чувственный, мне он понравился, поэтому я об этом аромате буду говорить с моими клиентами. Мне понравился его дизайн, упаковки, и в подарок при покупке этого аромата парфюмерный крем для тела, большой бочонок, абсолютно бесплатно. Итак, вот такой у нас аромат занимает первое место, и я уже дегустирую с моими клиентами этот аромат. Многим нравится, заказов пока нет, но я думаю, что они будут. И также я еще заранее заказала пробники, и в каждый заказ вкладываю пробник этого аромата, чтобы у людей была возможность потестировать, прежде чем заказать. Следующая страничка, я отдала набору. Этот набор меня просто вдохновил. Обращаю внимание, что у нас есть два варианта составления наборов. Первый вариант за 499 рублей, любой продукт для глаз и один продукт для губ, то есть либо, то есть помада и тушь, два варианта помады, два варианта туши, и еще есть линер для глаз. Конечно же, везде, где присутствует тушь, я всегда приветствую, потому что тушь 5 в 1 моя любимая. Где есть жидкая матовая помада, тоже обожаю все эти акции, потому что помада шикарная, она не сушит губы, настолько приятно ложится, у нее такой плотный красивый цвет, матовый финиш, она не отпечатывается на маске и очень стойко. В акции участвует также, еще есть продукт на следующее условие, сейчас поставлю тоже, когда вы за 699 рублей приобретаете три продукта на выбор, также одна помада, один продукт для глаз, любая тушь, и один продукт для лица. И для лица ассортимент очень большой. Ну, во-первых, это тональная основа на выбор, одна идет тональная основа Everlasting, матовая, сейчас скажу, да, матовая адаптивная, а вторая просто адаптивная. Обе тональные основы великолепные, вот которую я держу в руках, это полегче. Первая адаптивная тональная основа, она чуть более плотная и более укрывистая. Ну, кстати, мне и та, и другая понравились. Для меня очень важно, чтобы тональная основа выравнивала тон лица, не забивалась в поры и была стойкая в течение всего дня, чтобы не было такого ощущения, что там где-то пятнит или собирается в порах, чтобы она не впитывалась. То есть тональную основу, как я наложила, мне нравится, чтобы макияж был стойкий в течение всего дня. Так вот, эти тональные основы, они отвечают данному условию. Следующий продукт — пудра серии The One, роскошная пудра, которая позволит выровнять тон лица, сделать плотное покрытие. Можно использовать без тональной основы или сверху на тональную основу, я ей пользуюсь с удовольствием, видно, наверное, по дырочке. Здесь есть зеркало и спонж для нанесения тональной основы, также можно использовать кисть. Очень мне нравится дизайн, стильная стала упаковка, и ее приятно держать в руках и доставать из сумочки в общественных местах. И еще один продукт, мне кажется, этот продукт нужен всем — адаптивный консилер The One Everlasting Sink. Я сегодня как раз с этим консилером уже тестирую его несколько дней,
И чем он мне понравился? Во-первых, он отличается от предыдущего, тот более легкий и увлажняющий, у этого более плотная консистенция. Он отлично тушуется, не собирается в мимических морщинках, то есть вообще не собирается. Это мне очень понравилось, потому что иногда некоторые плотные консилеры у меня могут собраться в складочках, и это выглядит очень некрасиво. С этим все отлично. И его тон, он подстраивается под тон кожи, то что очень важно. У нас два оттенка, и у меня холодный фарфоровый, и сегодня у меня была гостья с бежевым оттенком кожи, и у нее тоже он стал совершенно незаметный на коже в зоне вокруг глаз, и нам это очень понравилось. Так что вы выбираете себе взять или два продукта, или три. Конечно, три выгоднее получается, и еще также можно здесь румяна выбрать, то есть один какой-то продукт. Вы можете собрать два набора, три набора, сколько вашей душе угодно. А самое интересное, рекомендуйте клиентам, потому что эта акция была уже ранее несколько лет подряд, раз в год такая акция в каталоге бывает, и я замечаю, что люди недопонимают условий и пропускают эту акцию. А когда я начинаю разжевывать, объяснять, что можно взять, а когда я еще и показываю продукты, и мы считаем стоимость, получается, что за один продукт, если, например, взять три, выходит 233 рубля. 233 рубля тональная основа или пудра, даже в голове не укладывается, насколько выгодные цены. Поэтому рассказывайте, уделите этому время, и у вас 100% будут заказы с этих страничек. Следующая страничка, на которой я решила остановиться, это новая серия On Color. И не только новая, мне эта серия в принципе очень симпатична, потому что у нее простой лаконичный дизайн, у нее всегда отличное качество. В этой серии есть чудесные новые помады, 4 оттенка, новые 3 оттенка лака. А если вы перевернете страничку, то вы найдете потрясающие карандаши для глаз, которые для меня, на мой взгляд, очень мягкие, стойкие, отлично отдают цвет. И это очень важно, потому что когда мы красим глазки, нужно, чтобы было комфортно, чтобы было ощущение легкости, скольжения, и при этом карандаш не растекался. Так вот, в этом карандаше я нашла, к счастью, все эти качества. И еще мне понравилось разнообразие оттенков, то что есть такие красивые сочетания, и они двухсторонние, можно играть макияжем или сочетать их друг с другом по вашему настроению. Следующая страничка, я решила эту страничку отдать помаде Giordani Gold. Это новая помада, она вышла в 14 каталоге, но мы ее только распробовали, мы только поняли, насколько она хороша, потому что в каталоге многие не обратили на помаду внимания. А когда многие блогеры стали показывать на видео, как эта помада ложится, как она лежит, как она выглядит, какая она шикарная, красивая, то, конечно же, мы все активизировались и начали заказывать активно эту помаду. И учитывая, что уже совсем скоро Новый год, и нужно к макияжу подбирать что-то более сияющее, эффектное, яркое, вот эта помада, три оттенка, все три классные. Я бы вот была рада, если бы у меня были все три. Поэтому мы о ней говорим и показываем видеоролики своим клиентам. Если у вас есть чаты, скидывайте в чаты эти ролики, чтобы люди могли увидеть, как эта помада выглядит в деле, потому что это что-то невероятное. Следующая страничка. Я эту страничку отдала продуктам из серии Novage Procuticals. Здесь будет у нас два продукта, две сыворотки. Одна сыворотка с ретинолом, вторая сыворотка для обновления кожи с 6% содержанием АХА-кислот. Как раз я сейчас пользуюсь такой сывороткой. Мы видим, что это прозрачный флакон, есть такая пипетка, то есть мы нажимаем сверху на кнопку, потом открываем крышечку, и здесь средство уже в пипетке, то есть мы на чистую кожу наносим 2-3 капельки, распределяем и не смываем, впитывается, наносим ночной крем.
А утром вы проснетесь, а ваша кожа будет обновленная. Вы знаете, такие процедуры в салонах красоты, они очень дорогостоящие, чтобы вот так хорошо обновлять, очищать кожу, чтобы она была сияющей, молодой, красивой. И можно дома за 1199 рублей делать такой пилинг курсами или раз в неделю, как вы любите делать свой уход, и вы получите просто потрясающий классный результат. Я перепробовала уже все продукты из серии Novage Procuticals, и конечно это что-то бесподобное, такого уровня домашний уход, но это просто мечта. Скорее всего, это мечта. Следующая страничка. Я отдала ее серии с натуральными эфирными маслами шафран и пачули. Здесь у нас представлено мыло, жидкое мыло и лосьон для рук и тела. И это все выглядит вот таким вот образом. Просто потрясающий красивый дизайн серии Essence & Co. Я люблю все продукты этой серии. Бывает, что некоторые больше нравятся по аромату, некоторые, ну, как бы не так сильно, но они все очень вкусные, и этот аромат, он просто великолепный. У меня сейчас в руках жидкое мыло, я его открываю, нюхаю. Знаете, все-таки это больше аромат восточный, потому что нотки немножко сладковатые, такие насыщенные, и я думаю, что многие будут в восторге, особенно если получить в подарок такой набор. Ну просто сказка, очень красиво. Серия вся такая концентрированная. Я люблю вот мыло, жидкое мыло, но я люблю с ним тоже купаться, потому что эффект просто потрясающий. Кожа становится настолько ухоженная, мягкая и красивая на ощупь, и внешний вид у кожи классный, потому что она такая напитанная. Конечно, это очень приятно. Следующая страничка. У меня пока нет этого продукта, но я просто вожделею. Состав: миндальное масло и натуральный экстракт черешни. Если у вас будет бумажный каталог, вы сможете подегустировать, потерев страничку. Я очарована этим ароматом, и я думаю, что многие будут просто в восторге, пользуясь таким приятным кремом, который будет питать, увлажнять ноги. И здесь же есть еще шлифовальная пилочка, тоже в таком красивом цвете, как и тюбик с кремом. Я буду брать такие наборчики на подарки и для себя любимой. Следующая страничка тоже для тела. Клюквенное блаженство. Здесь у нас имбирь и натуральный экстракт клюквы. Два продукта в серии. Обратите внимание, что можно заказывать по отдельности, а можно заказать набором, и набором, как всегда, выгоднее. Итак, клюквенное блаженство, вот так будет выглядеть крем для душа. Крем для душа 200 миллилитров, а крем для лица и тела универсальный 150 миллилитров. Итак, аромат божественный, просто очень приятный. Крем для душа концентрированный и с питательными компонентами, идеально подойдет для всех, у кого сухая кожа, потому что в крем для душа уже добавляют питательные компоненты, чтобы в момент купания кожа не пересушивалась, чтобы, выйдя из душа, вы не чувствовали стянутости или дискомфорта. И я, как человек с сухой кожей, это всегда очень ценю. Я беру либо с натуральными эфирными маслами продукцию, чтобы кожа получала максимальное питание, либо крема для душа, это просто великолепие. Следующая страничка. Лакомый кусочек от слова лак, и здесь такое разнообразие лаков, они будут по 5 миллилитров и всего по 99 рублей. Конечно, глаза разбегаются, я уже смотрела, заказала бы себе, начиная с апельсина и до, включая малину, вот эти все я бы хотела, да даже и бургундию, и бордо, ну и пион, ну ладно, я бы все хотела, но вот на зиму я бы больше всего хотела вот эту гамму, да, вот которую сейчас вожу пальчиками, потому что здесь такие приглушенные, спокойные оттенки, все-таки верхняя часть это более такое летнее, весеннее, яркое, сочное, а сейчас бы хотелось пользоваться такими лаками. Но я хочу вам показать, как примерно будет выглядеть. Это вот обычный размер лака серии The One 8 миллилитров, а это объем 5 миллилитров.
То есть они будут значительно меньше, быстрее использоваться, они не успеют высохнуть, и вы точно их используете, пока они вам не надоели. Это же здорово. И одна закладочка сверху, потому что я так рада, что в этом каталоге нам вернули вкладыш. И в этом вкладыше я нашла свои любимые продукты. Кстати, одни из самых продаваемых у меня крема для рук, потому что это набор, целый набор в коробочке, в праздничной подарочной упаковке, и внутри нас ждет три крема, и они прекрасны тем, что имеют все разные ароматы. Во-первых, они выглядят как тюбики краски, масло или акварель. Пион, сирень, жасмин, на любой вкус. У меня их очень много покупали, особенно перед 8 марта, это был какой-то аншлаг. На праздники с удовольствием все берут. Можно дарить сразу в коробочке все три, а если вы хотите сделать более скромный подарок, то можно разобрать крема и дарить по одному. То есть это будет такой маленький приятный комплимент. Такие же крема я вкладывала в подарок своим клиентам за заказы и просто всем дарила, чтобы привлечь внимание к нашей продукции. Мне кажется, это шикарный подарок, потому что девочки у меня потом все спрашивали, а можно ли еще заказать такие кремики, потому что их так удобно носить с собой, 30 миллилитров по весу как-то в сумочке не ощущается, но зато всегда есть с собой увлажнение, и если вдруг потребовалось увлажнить кожу рук, то крем всегда под рукой. Вот такой вам лайфхак. На этом обзор моего топа закончен. В комментариях прошу вас написать, какие ваши топовые продукты, о чем вы будете говорить со своими клиентами, что вас больше всего вдохновило в этом каталоге. И если видео полезное, ставьте лайк. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч. Пока-пока.